Российской Федерации, которая с этого года будет открывать все школьные линейки, звучит особенно торжественно, когда ты стоишь во дворе родной школы, в которой ты давно не был и по которой очень скучал. В конце февраля переехали в ту школу и учились там 3 месяца. По нашей школе, конечно, скучал. Пришли в новую, такую красивую, с новыми классами школу, где новое оборудование. Школа, конечно, изменилась, она стала более оборудованной, более светлой. Стало более удобной, комфортабельной, более современной. Коридоры стали визуально намного шире, светлее. Завезли очень удобную, комфортную мебель. 878 учащихся, из них 96 первоклассников и 30 выпускников. Они не были здесь с марта. Это 1 сентября для них фактически стало новосельем. Капитальный ремонт был настолько масштабным, что от старого здания оставались только стены. Строители работали и днем, и ночью, но родители все равно не верили, что с 1 сентября им больше не придется возить детей в другую школу или учиться их детям на дистанте. Большое счастье прийти в такую красивую обновленную школу. Могу сказать, что школа сейчас не просто обновлена, а она реально новая, потому что поменено абсолютно все. От света до канализации. Честно говоря, я сейчас поднималась по лестникам, как будто, я не знаю, первая новая школа. Я вообще не узнала и даже боялась заблудиться, что я пойду куда-нибудь в другую сторону. Я неузнаваемая, просто такая колоссальная работа проведена. Большое спасибо, очень понравилось. Узнать впечатления ребят и пообщаться с педагогами приехали первый заместитель министра образования Подмосковья Елена Михайлова, депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, глава Рехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Государственной думы Геннадий Панин. Эта программа очень важная. Мы видим, что она востребована и учительским сообществом, и детьми, и также их родителями, которые, конечно, хотят, чтобы их дети учились и получали знания в комфортных, современных условиях. На следующий год принято решение уделять внимание и прилегающей территории, то есть будет также средство на благоустройство прилегающей территории. После капитального ремонта начальная школа в полном составе переехала на первый этаж. Модернизировали помещения, современнили спортивные и актовые залы. Мне нравится школа, шарики, мне нравятся картинки, буквы. Школа мне абсолютно понравилась. Когда заходила к моей сестре, было все по-другому. Все было маленькое, узкое. А теперь это большое пространство. Мне очень-очень понравилось. Мы только пришли в школу, и нам повезло, что ее построили. И мы будем учиться в такой красивой школе. Была раньше недокрашенная, но сейчас ее переделали, она полностью стала красивой. Школа очень красивая. И она мне очень нравится. Как ты себе школу представляешь? Ну, именно такой я школу себе и представлял. Хочу учиться на пятерке. И хочу все предметы изучать. Учащимся школы номер 4 в городе Орехово-Зуево еще предстоит освоиться до конца, но у каждого из них появилось желание скорее начать учиться в новой суперсовременной школе. А в честь праздника каждому ученику начальной школы от губернатора передали мороженое.